Друзі, вітаю вас. Це YouTube 24 каналу. Для вас працюю я, Ірина Узлова. В ефірі наша щоденна рубрика. Як ви бачите, з Борисом Тізенгаузеном, політехнологом. Борисе, щиро вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Борисе, бійці російського добровольчого корпусу, а також бійці легіону «Свобода Росії» вже ведуть бої у передмісті Шебекіно. Це, нагадаю, Білгородщина. Навіть російські пропагандисти не знають, як це місто правильно називається, то Шмякіним, то Шемякіном. А от передові загони росіян з російським паспортом, які пішли визволяти Росію від Путіна, знають, що це за місто, і знають, як вести там бої. І ведуть вони також бої в межах Нової та Волжанки, Титівки. Вийшло міністерство відступу Російської Федерації, каже, 30 терористів українських, це вони так називають росіян, які прийшли визволяти від цього режиму Росію, ліквідували. Ніякого прориву немає, але на кадрах, які оприлюднюють бійці російського добровольчого корпусу, які ми зараз всі разом бачимо, ми бачимо зовсім інше. Гляньте, Борисе, вони так собі їдуть спокійно, ніхто їх не зупиняє, не заважає їм, якби супротиву немає. Про що вам говорить цей обіцяний від них прорив? Далі буде тільки більше? Я думаю, да. І, кстати, буквально пару минут до нашего эфира я почитал российский РБК, ну, то есть, который заподозрить там в проукраинскости невозможно. И российский РБК дал мнение местных жителей. Там идет эвакуация. Значит, говорят, что там все горит, пылает, взрывается. Горят какие-то топливозаправщики, завод там горит. Ну, в общем-то, уже скрыть вот подобные моменты невозможно. И, во-первых, никаких выводов, естественно, никто в России не сделал. То есть они опять оказались не готовы. Все эти сказки про 30, там, 79 в прошлый раз ликвидированных бойцов легиона «Свободная Россия» — это сказки, потому что, ну, не то, что даже тел не предъявляют. Это просто вот формально они заявляют, с потолка какую-то берут цифру и говорят, уничтожены. И тем не менее акции вот этого легиона «Свободная Россия» РДК, они становятся все более такими, скажем, ну, агрессивными, они охватывают все большие территории. И это еще раз показывает, что, по большому счету, у России граница, ну, мягко говоря, дырявая. И это они заходят по одному направлению. Они же анонсировали, что будут заходить сразу по нескольким направлениям. Вот как тогда будет российское руководство себя вести? И, в принципе, если тогда они отчитались, помните, первый заход был, россияне там рассказали, что они какой-то автобус расстреляли или какую-то Ниву. В общем, они там всех победили. Во второй заход они, Мосфильм там срежиссировал какую-то воронку, скатил туда даже не обгоревшие машины и сказал, мы тут всех авиацией уничтожили. И сейчас все сложнее для них показывать какую-то, ну, хотя бы нейтральную картинку, что все под контролем. Путин там, кстати, наградил кого-то орденом, уже раздает ордена, не знаю, наверное, за коррупцию или еще за что-то. Ну и плюс на фоне всего этого очень серьезно развиваются события по внутреннему противостоянию. Тоже буквально пару минут назад почитал, что там один из кадыровских командиров уже Пригожина там на какую-то стрелку зовет, иди сюда, я тебе расскажу. Пригожин там всех и вся обвиняет. Медведев там опять в истерике бьется и орет всех в ядерный пепел. Ну, в общем, все по сценарию, выводов никаких. А знаете, мне кажется, что, может, они и сделали выводы, а ресурса-то нет. А как такую огромную границу защитить? То есть вот к такому формату ведения войны российское руководство оказалось совершенно не готовым. И мне кажется, что прошлое операция вот этих ребят, российских граждан, да, вот, наверное, знаете, когда говорят, где хорошие русские, а вот они где, на самом деле. Прошлая операция была успешна, эта операция только началась информационно, уже невозможно это скрыть, уже РБК и другие российские большие площадки пишут, что там все, значит, взрывается, не хочу уезжать отсюда и так далее. Поэтому смотрим, следим за развитием событий, но мне кажется, что эти акции, они будут все чаще, они будут все масштабнее, и они будут, самое важное, все глубже туда, внутрь российской территории.
А Бориса, я теж, до речі, подивилася, що кажуть місцеві мешканці, зокрема і ті, які евакуйовуються, і ми з вами бачимо, що там затори на заправках, бензин закінчується, да, оця нова реальність, в якій ми живемо вже скільки, а в них вона, як говорив той депутат Держдуми, і ми з вами це обговорювали, казав, що вже нова реальність приходить до Росії, Хінштейн, ви, до речі, теж в моєму ефірі це говорили, і ми от теж подивилися, що вони кажуть, що відчувають вони, що більше неуютно, і скільки можна мене возити, да, як в тому мемі. Зараз ми вам покажемо, що говорять ті місцеві мешканці Білгородщини. Під обстрілами вже з 3 часов утра і до 7 не могли виїхати. Не могли голови підняти. Все страшно. 8 місяців обстріли, да? І таке вперше. Що? Завод розбомбили, не працює. Дом, наверное, теж. Не знаю, що. Ви в час нам там ще вийти? Ні, квартира. Фотографії бачила в соцсетях. Рядом дома розбиті. Як давно вот почалось прям очень громко? Это неделя, суббота. Вот, начали по Шебекино. А та Волшанка там же вообще все время. А Шебекино, вот, суббота, воскресенье, все эти дни до сих пор, особенно эти дни ночи, это ужасно. Все, центр города, весь труп. А знаєте, що, Борис, ще цікаво, що ота Сіманьян, пропагандистка, яка Київ брала за 3 дні, а взяла дещо інше, оті подарунки, що їй там надсилають, прости господи. Так от вона вже оголошує на своїх телеграм-каналах, що вона збори на евакуацію людей оголошує і сама готова сім'ї розселити. А що ж таке? Ні, ну ми бачимо, що причиной вот этих слез, горя, которое Путин несет вот уже и своим гражданам, ну и, понятно, в первую очередь нам, украинцам, вот причина – это вот тот самый моральный, который засел в Кремле, которому абсолютно плевать, сколько там в Белгороде будет людей плакать, прятаться или где-то еще будет. Ну, то есть ему абсолютно наплевать. Мы прекрасно понимаем, что россияне должны были себе мозги поставить на место, ну, может быть, даже если не с самого начала, хотя, наверное, с самого начала войны, что нельзя заходить на чужую территорию суверенную, что это вам просто так не пройдет, это вам аукнется обязательно. И вот сейчас это только начало. И вот тогда, даже и в следующий раз, когда уже к ним в квартиры залезла эта рука военкома, да, когда Путин объявил о мобилизации, вот тогда уже нужно было что-то делать, выходить, не отдавать своих сыновей, мужей, если мужья и сыновья сами не могут это сделать. Но, в общем, все спокойно и радостно наблюдали, как уничтожают, как бомбят Украину. Поэтому чего сейчас слезы лить, как говорится? Вы бы лили эти слезы тогда, когда Путин начал украинцев убивать. Поэтому никакой жалости, никакой абсолютно. Як вони там самі, ні любві, ні тиски, ні жалості співають їхні групи російські, ото воно. Але, бачите, Борисе, ми з вами обговорюємо, а ми думаємо, що далі. А Путін, він теж щось отак на те, що не міг взяти, щось поклав, і він взагалі робить вигляд, що нічого не відбувається. Сьогодні зранку надходили повідомлення від його кремлівського пулу, що, мовляв, йому якісь доповіді на стіл кладуть, якісь звіти, але, ну, те брехливе від Міноборони. А зараз, знаєте, чим він займається? Він з дітьми, ну, він наших дітей вбиває, а зі своїми спілкується. І я отут читаю, а йому, ну, вони там виставляють, його питають: «Владимир Владимирович, а ви главнее Деда Мороза или нет?» І от він каже: «Дед Мороз, я думаю, главнее». Так він спілкується з дітьми до Дня захисту дітей, очевидно, і викрадені українські діти теж, я нагадую, живуть в Росії, незаконно він їх вивіз вночі під час чергової атаки, ще українських дітей вбив у чергове. А от зараз він, знаєте, котого трохи випустили звідкись і робить вигляд, що воно що там саме пройде, чи про що нам говорить оця аномальна реакція на те, що в нього відбувається в країні, вже в нього. Да, о чем тут говорить, если вспомнить достаточно, как он к власти приходил. Помните же Рязанский сахар, взрывы домов, чтобы оправдать чеченскую кампанию. То есть если человек взорвал несколько сот своих граждан, детей, там, и, женщин, стариков, если человек абсолютно
наврал вот тогда чеченскому руководству, подписал, ну, то есть я имею в виду российское руководство, тогда подписали Хасавюртовские соглашения, а потом стерли с лица земли города. О чем вообще можно говорить? Это абсолютно отбитый аморальный КГБшник. Ну, то есть тут даже аморальный нельзя употреблять, потому что там есть слово «мораль» в этом, значит, сочетании. Поэтому человек, который заказывал политические убийства, который убивал журналистов, убивал конкурентов, человек, ну, в общем, это просто чистое зло, зло в чистом виде. Поэтому он должен быть вплоть-то до, ну, то есть суд, понятное дело, что все, мы же все-таки не варвары какие-то, суд, но по суду либо пожизненно, либо что-нибудь такое посерьезнее. А вот то, что он с детишками, ну, это же настолько цинично. Угу. Ты же убил сегодня девочку маленькую в Киеве, да, своими ракетами. И сидишь там с детишками, наверняка это такое, ну, честно говоря, ну, абсолютно такой душераздирающий кадр, как бедное это тело девочки накрыто пленкой, и рядом ее дед сидит на стуле. Ну, и в это время это там что-то с детишками про Деда Мороза рассказывают. Просто, ну, должен быть судьба всех диктаторов, Каддафи и всех остальных, Чаушеску. Вот его удел. Причем, я думаю, что так оно и будет. Як каже радник керівника голови Офісу президента України Михайло Подоляк, дітовбивці, хто взагалі з ними ще може говорити? До речі, цей ракетний черговий обстріл, внаслідок якого троє людей загинули, з них одна дитина, також є поранені, серед них теж діти. Прокоментував уже і глава української держави, який, нагадаю, сьогодні перебуває з візитом у Молдові. Так от він говорить, що сьогодні кожен раз, коли ми готуємося і приймаємо рішення заради нашої Європи, заради наших цінностей, ми повинні пам'ятати, що кожен сумнів, які ми демонструємо тут, в Європі, це траншея, яку Росія обов'язково спробує зайняти. Наскільки ми можемо відкинути сумніви, ми можемо відкинути зло агресії. Цієї ночі він нагадує тим партнерам європейським, їх там мало чи не півсотні, які зібралися в Молдові, що росіяни забрали життя ще трьох людей у Києві, 10 отримали поранення, вбито дитину, і як мінімум, а Зеленський говорить, вже 484 українські дитини вбито Росією, Путіним. Зараз, каже, є дві вирішальні складові – коаліція «Петріот» і коаліція сучасних винищувачів. Борисе, ще напередодні вчора Макрон, да, як ви знаєте, казав, що, ну, якщо прийде час, то Путіна треба не саджати, а може з ним можна буде і поговорити, да, коли діло дійде до перемовин. Сьогодні Путін знову вбиває українських дітей. То може вже стане колись очевидним, що немає про що з ним взагалі вести мову? Я думаю, что если бы были вот такие же потери, или даже, не знаю, в 10 раз меньше среди французских детей, то Макрон бы, не дай бог, конечно, никогда такого никому не пожелаю, но я имею в виду отношения, то Макрон бы говорил совершенно иначе. И мне кажется, что нам не стоит забывать вот еще о чем, что войну развязал Путин, но пилоты программируют, те, кто программирует ракеты, те, кто сейчас там стреляют в наших воинов, те, кто из градов утюжат украинские города, убивают украинских детей. Это все мужья, отцы, как говорят они, наши мальчики, вот той самой, условно говоря, среднестатистической женщины, которую вы показали в начале нашего интервью, которая плакала и говорила, нам страшно. Поэтому вот это не стоит забывать, что огромное количество россиян причастны к этим преступлениям против человечности, к этим массовым убийствам и геноциду. И вот это тоже не стоит никогда забывать. Даже если сдадут Путина, эта нация должна понести, ну, точнее, те, кто причастен был напрямую, они все должны понести заслуженную ответственность. Зеленський, перебуваючи в Молдові, також обговорює і готовність України до членства Північно-Атлантичному альянсі. Ми вже неодноразово говорили, що ми давно вже готові, шлях цей безальтернативний. І от під час спілкування з президенткою Молдови Майю Сандою, то теж каже Зеленський, що ми готові, коли НАТО буде готове. Тим часом в НАТО, як пишуть західні медіа, розробляють знову чергові варіанти гарантії або варіанти гарантії, або механізми безпеки. Про це повідомляють різні медіа, що може це виглядати в різних варіантах, що ми теж обговорювали. А дійсно, от, Борисе, а коли НАТО буде готове?
Очень хороший вопрос. Понимаете, вот если мы рассматриваем главную ключевую причину, почему НАТО не готово, то есть, по большому счету, формально нас хоть завтра могут туда принять. Одна из, ну, самая боеспособная армия, самая профессиональная, вооружена хорошо, мотивирована. То есть мы приобретение для НАТО, а не наоборот. Но ключевая причина, как они говорят, побаиваются, но ключевая причина – это страх, что Путин, значит, как-то так себя там неадекватно поведет, начнет атаковать какие-то страны НАТО, там еще чего-то делать. Так он и так это начнет делать. Вот он это начнет... Да, совершенно верно. Он и так это начнет делать. Если вы не примете Украину в НАТО, то он поймет, что вы просто его испугались так все вместе. Ну, не все вместе. Там есть те, кто, например, спасибо Литве, спасибо Польше, Латвии, Эстонии. Так. Те, кто говорит, да, принимайте в НАТО уже Украину. Чего вы там тянете кота? Поэтому я считаю, что главная причина — страх. И они этот страх не побороли. Побаиваются, переживают за своих граждан. Да там вот этого вот персонажа, его бояться не стоит. Если бы Украина так же боялась Путина, как НАТО боится его же, да, то не знаю, там как бы все закончилось. Вот спроси сейчас на улице любого человека, боятся в Украине Путина или нет. И вот я представляю, во-первых, какими эпитетами его наградят и что ему пожелают. А во-вторых, вот генералы, да, натовские, вот с кого вам нужно пример брать. Да, тут хороша ідея, до речі, до опитування. А ще я отут згадала при слові «бояться», от як ми бачили, да, оцей його реакцію нікчемну на безпілотники, воно, як можна оце 1.20 м, яке покашлює, чи кряхтить, чи навіть не знає, що це за звуки природи, бояться чого? Ну, і дійсно, що він може зробити ще? Ми вже бачили все цієї ночі, черговий приклад. Ну, понимаете, все-таки ему досталось в наследство ядерное оружие, часть он у нас забрал, у Беларуси. То есть все-таки есть у него еще там и чем неприятности создать странам НАТО в том числе. Но опять же, вспоминая, как он шел к власти, я сегодня читал замечательный материал «Путин и его войны», как он шел к власти и как его личные комплексы, про которые вы, кстати, говорите, влияли на то, значит, почему он это все делал, то, что его там сначала унижали в детстве, били, потом его, значит, в Дрездене тоже в КГБ унижали. И, в общем, дорвался вот этот униженный и оскорбленный, дорвался до власти и решил... Он же все время вел абсолютно агрессивную милитаристскую политику. То есть ему всегда нужно было кому-то угрожать, ему всегда нужно было с кем-то воевать, кого-то уничтожать, убивать. То есть он такой сам по себе, вот такой вырожденец, простите. Ну а что, простите, такой есть. Да. Поэтому бояться его сейчас, может быть, раньше, когда там была иллюзия, что у России там какая-то сверхмогучая армия, у нее там какие-то гиперзвуковые несбиваемые ракеты или что-то еще, сейчас-то вам чего бояться? Причем вас же никто не просит даже, ну, скажем так, сейчас нас принимать. Мы понимаем, что после войны, но скажите на саммите, что вот после войны сразу Украина будет принята в НАТО. И это будет большой стимул нам, и это будет нам очень хорошая новость, которых нам в последнее время действительно не хватает. Или просто дайте нам больше оружия. Вас же никто не просит воевать. Дайте нам дальнобойное оружие. Дайте нам самолеты. Ну, так, поэтому, хоча б якась конкретика, що пролунало, тому що, ну, оці, або, це, знаєте, знову Борисе читаю, ну, ці довгострокові роки підтримки, багаторічна підтримка, та ну скільки ж можна, вже скоро нам на пенсію, а вони ще досі обіцяють оцю багаторічну програму підтримки. Що це, про що це? Ну, знаете, мы с вами куда-то в космос посылаем сейчас этот вопрос. Я знаю, что есть там очень серьезные наши союзники, которые готовы, в принципе, голосовать за то, чтобы Украину сразу принимали. Но, опять же, НАТО – это очень неоднородная структура. И я же не еще забыл упомянуть, что Путин годами, десятилетиями скупал европейских чиновников. Где потом они все оказываются? Давайте вспоминать, там все эти Шрёдеры, все эти Кайсель, которые в наблюдательных советах российских нефтяных компаниях потом оказывали. То есть годами их покупали, годами их мотивировали. Там они лекции читали по 20-40 тысяч долларов в московских
российских университетах, ну и так далее. Ну, в общем, но этот процесс не быстрый, то есть сейчас вскрытие связи там с Россией или получение денег, это уже равносильно потере карьеры своей, поэтому понятно, хочется быстрее, понятно, хочется каких-то гарантий, ну, а вот, кстати, заговорили о гарантиях уже иных. Ну, давайте вот смотреть и ждать. Не будем никого ни в чем обвинять, просто посмотрим и запишем все, а потом всем все припомним. Добре, і головне, щоб все було на наших умовах. Припоминаєте тому заходу колективному поганому постійно щось самопроголошений диктатор Республіки Білорусь Олександр Лукашенко. Він, знаєте, бореться, все не може отой гештальт закрити, показати, звідки ж напад на Білорусь готувався. Він вже хоче і ніяк. І от він знову, він не показує звідки, але каже, готується силовий сценарій захоплення влади в Білорусі. Яку ж він знає таку страшну таємницю і про який він сценарій говорить? Зараз ми його разом послухаємо і прокоментуємо. Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве, к сожалению, и Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Недавние факты, вы с ними знакомы, свидетельствуют об этом, особенно последние наши операции вместе с Иваном Васильевичем на территории России и Беларуси, когда нам взрывчатку под видом этих лиц завозили и так далее. И были объекты намечены, которые должны были террористической атаке подвергнуться. Мы вовремя с этим разобрались, но этот факт говорит о том, что в покое нас не оставят. Боевики готовятся в Украине, они обкатываются на фронте. Некоторые погибают там из числа белорусов беглых. Готовятся отряды в Польше, Литве, Чехии, для того, чтобы в нужный момент перебросить в Беларусь. И уже, это не 20-й год, где там демонстрации ходили в белых юбчонках коротких, девчонки с цветочками. Это уже люди готовы прийти сюда с оружием в руках. Поэтому нам придется и приходится много внимания уделять защите наших рубежей. Ставится прямая задача совершения терактов на территории Беларуси. Я оце прям стурбувалася. А хто захистить Лукашенка? Да, видно, что страшно ему, кстати. Видно, что страшно. Он раньше такой бравый был весь из себя. Я направлю, значит, на Польшу, я там еще куда-то направлю ракеты. А сейчас страшно. Он же понимает прекрасно. Ну, мы знаем, про кого он говорит. Он говорит, например, про полк Калиновского. И он говорит, что там тренируются или что. Они не тренируются, они, эти ребята защищают Украину, получают боевой опыт. И с этим боевым опытом я вам даю гарантию, что они после войны пойдут к себе домой. И вот это будет для Лукашенко, если он не успеет сбежать, ему никто не будет завидовать. И он боится еще в большей степени, там же колоссальные, значит, КГБшники операции проводят, там внутренние военных допрашивают, и там ротации проводят, они боятся свой народ, вот он боится Лукашенко. Он же не боится поляков или украинцев, он говорит конкретно про белорусов, он боится свой народ. Когда они зайдут, вот те девчонки в юбчонках, как он там, как по-дедовски выразился, да, они и ребята молодые, тысячи которых там мучили в застенках, которых пытали за то, что они выходили на мирные демонстрации, вот они все встанут за спины этих людей, и военные встанут, часть, по крайней мере. У Лукашенко останется только КГБ, напичканная российской агентурой, ну, а мы прекрасно понимаем, что КГБ будет первыми драпать оттуда. Кому этот лоз, забирайте диктатора. Точно так же, как всегда было с диктаторами. Их всегда бросали собственные спецслужбы или сдавали в обмен на какую-то собственную неприкосновенность потом. Так что, Лукашенко, смотри внимательно, за столом там сидят люди, глава КГБ, вот этот Тертель, да, которые тебя первым сдадут. Вот кого сажать тебе сейчас надо. Ну, це він навряд чи зрозуміє, але, Борисе, страх у нього дійсно є, бачу, я теж такі панічні нотки, але нема в нього ні стида, ні совісті, бо він каже, що ну, взагалі-то було б ні в року. Якби Росія не чекала, не тягнула, а напала на Україну тоді, раніше, повномасштабно, він має на увазі, тому що Росія і так розв'язала проти нас війну у 2014 році. Так от Лукашенко каже, що а що тягнули, треба було тоді, бо тоді Україна була ані готова, ані армії в нас не було. Він взагалі розуміє, що він напрацьовує собі такими заявами на зовсім не безхмарне майбутнє?
Да, и я, кстати, вот обратил внимание, спасибо, что вы про эту фразу сказали. Вот он сказал следующее, что с Украиной нужно было разобраться тогда, раньше, когда у них не было ни армии, ни помощи, ничего. С Украиной разобраться. Ты вообще, ну, как бы, краев не видишь. Ну, то есть он, вот эти все заявления, они знаете почему? Потому что он понимает, что Путин его уже замазал кровью полностью. Все. И что он не отвертится никоим образом. То есть если Путин там в каких-то бункерах будет прятаться, еще что-то, то к нему 100% придут. И это, может быть, не только белорусы будут даже. Поэтому он чувствует вот этот вот животный страх. У него иногда он в глазах у него появляется. Это отражается на его состоянии здоровья. Так ему, кстати, и надо. И он сейчас более резок в своих заявлениях, потому что чувствует, что вот финиш его все ближе и ближе. Вот он точно, я не знаю, кто из них раньше, как говорится, будет снесен, но мне почему-то кажется, что Лукашенко. И то, что он говорит, там Польша готовится или кто-то еще готовится. Ну, ты сказал, с Украиной нужно было разобраться. Почему другие не могут говорить, с Лукашенко нужно было разбираться раньше или сейчас? Поэтому ты диктатор, кровавый, убил десятки оппозиционеров. Кстати, реально убил. Да. Там же КГБшники несколько раз беглые давали показания, куда закапывали, где, кто стрелял. Он просто физически убивал своих конкурентов на выборах. Все. Это точно. Он прикидывается таким миролюбивым колхозником. Ага. Но он убийца, тиран и диктатор. Вот и все. Борис, і наприкінці нашого сьогоднішнього аналізу не можу вас не запитати, бо вчора ми починали про це говорити, що Путін, мовляв, з'являється інформація, поїде на інавгурацію Ердогана, який знову став президентом Туреччини, але потім стало відомо, що він туди посилає Володіна, спікера Держдуми РФ, і взагалі він нікуди вже, Борис, не поїде ані до Туреччини, ані до Індії, ні на саміт ШОС не поїде, ні на саміт БРІКС, напевно, до ПАР він не поїде теж, бо там, ну, не виключено. А от оця така міжнародна вже тотальна ізоляція, про що вона говорить? І як думаєте, а може він би хай би в Шебекіно з'їздив і подивився, що там, і назву цього населеного пункту вивчив? Он, конечно, никуда не поедет, там двойника по России гоняет своего. Понимаете, чего он боится? Даже если он пошлет какого-нибудь двойника к Эрдогану, если вдруг с этим двойником что-то случится, а как они в России там будут объяснять, что это не тот Путин на самом деле, а вот тот, он здесь сидел, мы все знали и так далее. Ну, то есть как они все это будут объяснять, если вдруг что-то произойдет там с ним, или его повяжут, или что-то там, ну, экстраординарное будет. Поэтому решили даже двойниками не рисковать, не подтверждать эту информацию. Ну, то есть он просто сидит на ШОС, он едет на саммит, на инаугурацию Эрдогана не едет, никуда не едет. В ближайшее время он никуда вообще не поедет. И, кстати, он уже давно пересел на вот эти свои бронепоезда, то есть он даже летать по своей стране побаивается. Ну, я имею в виду не двойник, а он. Поэтому, и смотрите, вот, вот эти все обстрелы, которые там, они со стервенением последние дни, этот месяц вообще какой-то, ну, наверное, рекордный в плохом смысле этого слова, они же вообще для чего это делают? То есть разбить форточку Буданову там? Или куда они там собираются попасть? Ну, то есть это просто для того, это вот в этом вся российская военная, значит, смекалочка, как говорится. У них есть попасть по центрам принятия решений, там есть пустой квадратик, когда попасть, с какой целью, для чего, чем, неважно. Просто хоть что-то туда должно прилететь, чтобы в этом квадратике появилась галочка. То есть вот это, и это никоим же образом не влияет на ситуацию на фронте, на подготовку к контрнаступлению там и так далее. Поэтому ждем контрнаступление, которое, в принципе, уже, судя по массированным обстрелам тыловых российских узлов, началось. Горят там у них постоянно казармы, БК, склады с БК, нефтебазы и так далее. Беспилотники уже роятся там буквально в Подмосковье. Я думаю, что ждет их в ближайшее время. Кстати, знаете, что интересно еще? Я вот узнал, что в одном из домов, где недалеко упал беспилотник, проживает путинская дочка. То есть я понимаю, что те, кто направлял эти беспилотники, они очень хорошо выбрали цель. Угу. Прям вот очень хорошо. Ну, это только начало. Теперь, Путин, мы эту фразу у тебя забираем, отдаем ее
нашим военным, отдаем Залужному, отдаем Зеленскому, теперь они будут тебя этой фразой пытать. Да-да-да, это ми ще не починали, і жодна жабка в акваріумі Буданова, та, яка в нього живе, не постраждає, не те, що хвіртка. Котик. І котик теж, так. Да. Борис, я дуже дякую за цю розмову, за ваш аналіз. Звісно, і страждають, на превеликий жаль, наші мирні мешканці ні в чому не винні. Ми тут висловлюємо співчуття, так, а все Росія за це, за все понесе відповідальність. Ми в цьому впевнені наші західні партнери. Жоден терористичний акт безслідно не мине. Дякую дуже, Борисе. Ми побачимося вже завтра. Спасибі вам, що знаходите час і бережіть себе, звісно. Тримаємося до перемоги. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, говорила з ним я. Ірина Узлова в нашій щоденній рубриці. Дуже дякуємо, що ви дивитеся. Дякуємо за ваші коментарі. Ми все читаємо. Спасибі, що у вас деталі більше. Приходьте завтра, бережіть себе, вірте в Україну, вона обов'язково переможе.